Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Сегодня мы с вами будем вязать ажурное сердечко, связанное крючком. Для этого я взяла ниточки, взяла крючок, в данном случае 2,25. Итак, начинаем вязать. Для того, чтобы начать, мы делаем воздушную петлю и набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6 воздушных петель мы с вами набрали и соединяем в первую петелечку соединительной петлей. Соединили. Теперь мы провязываем с вами 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 3 петелечки, из которых у нас 3 петли подъема, и 2 петли у нас пойдут на арочку. Мы с вами сейчас будем, чтобы вам понятно было, формировать такой вот треугольничек. Сердечко, оно же состоит у нас вот таким вот образом, да, внизу вот треугольничек, то мы сейчас с вами вывязываем вот эту вот часть. Вот этот вот треугольничек, чтобы вам понятно было. То есть у нас начало вязания отсюда идет. Итак, 5 мы с вами воздушных петель связали. И теперь делаем столбик без накида, прям вот в серединку, в кольцо. Столбик без накида мы с вами провязали. Дальше набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Столбиком с одним накидом делаем один накид. И вот сюда, в кольцо, мы провязываем столбик с одним накидом. Накид провязали, столбик закрыли. Дальше работу мы с вами разворачиваем. Развернули работу. И набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Вот обратите внимание, сейчас я подложу листочек, чтобы видно было хорошо, то сливаются нитки со столом. Вот видите, да, получилось, что у нас сформировалась вот эта вот арочка. И вот когда мы набрали 6 воздушных петель, то мы дальше столбиком без накида вот сюда провязываем, вот в эту арочку провязываем, провязали. Дальше мы набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И столбиком без накида, столбиком без накида мы сейчас с вами вот сюда, 1, 2, 3, вот в эту вот арочку, вот в эту арочку, ну как бы в третью петлю, то есть мы не в пустоту, и вот провязываем сюда столбиком без накида в арочку. Дальше мы формируем еще одну арочку с вами. Вот у нас получается, смотрите, вот одна, вот вторая, сейчас еще одну сформируем. Мы провязываем для этого 3 воздушные петли. 3 воздушные петли провязали и делаем один накид. И в третью петлю, вот сюда, мы провязываем с вами столбик с одним накидом. И таким образом сформировалась у нас еще одна арочка. Вот обратите внимание, что у нас получается. Видите, вот этот треугольничек, про который я вам говорила, да? Который внизу сердечко. Вот это вот, вот эту вот часть мы сейчас с вами провязываем, вот этот треугольничек, вот он с вами у нас провязан. Дальше работу разворачиваем, и выполняем с вами 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И таким образом мы будем с вами формировать еще один ряд. И вот в эту арочку мы
закрепляемся столбиком без накида. И так по всему ряду мы будем с вами формировать арочки. Выполняем 3 воздушные петли. Выполнили 3 воздушные петли. И вот в эту центральную теперь арочку привязываемся столбиком без накида. Также выполняем следующую арку. 1, 2, 3 воздушные петли. И вот в крайнюю вот эту арочку также выполняем столбик без накида. И делаем расширение. У нас же здесь вот идет расширение, да? У нас сердечко расширяется с каждым рядом. Теперь мы с вами проделываем в этом ряду еще одну арочку. Для этого мы провязываем 3 воздушные петли, делаем накид, и вот здесь вот находим третью петлю. Раз, два, три. И вот в третью петелечку мы с вами должны выполнить столбик с одним накидом. Накид провязали, столбик закрыли. Поправляем здесь все. Проверяем. Вот так вот. Провязали мы с вами еще один ряд. Работу разворачиваем. И провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Да-да, не ошиблась. Именно 5 воздушных петель. И столбиком без накида мы с вами вот в эту арочку привязываем эти воздушные петли. Привязались. Дальше мы делаем одну воздушную петлю и столбиком с одним накидом мы провязываем вот в эту арочку. И теперь внимание, работу разворачиваем. Провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И столбиком без накида мы с вами вот отсчитываем, где у нас тут вот с краешку, да? Третья петля подъема, вот она. Мы же делаем, когда формируем вот этот вот, да, угол, то мы делаем с вами 3 петли подъема. И вот в третью петлю подъема мы привязываем столбиком без накида. Провязали. Проверяем работу. Вот смотрите, да, у нас уже вырисовывается такое некое похожее что-то на сердечко, правда? Нам с вами сейчас нужно будет вернуться вот сюда. Мы отрывать ниточку не будем. Мы соединительными петелечками вот так вот потихонечку спустимся сюда, вот до этого места, вот до этого столбика. И сейчас мы с вами работу тогда разворачиваем. И потихонечку, аккуратно будем с вами спускаться вот сюда соединительными петлями. В столбик мы с вами провязали, и вот сюда еще одну петелечку соединительным тоже провяжем. Даже не соединительным, а знаете, как лучше мы с вами сделаем под арочку такой вот столбик без накида, провяжем. Вот все, мы сюда перешли. Дальше мы с вами провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И столбиком без накида мы с вами вот сюда вот привязываемся в последнюю, в крайнюю вот эту вот арочку. Дальше провязываем с вами 2 воздушные петли. И также мы 1, 2, 3 в третью делаем накид. Столбик с одним накидом в третью петлю провязываем. Столбик с накидом. Все. Видим, да, что у нас получается.
такое вот сердечко. Видите, что у нас получается? Мы не оборвали с вами ниточку, чтобы не было вот этих узлов никаких лишних. И получается вот такое вот пока незатейливое сердечко. Но потом, когда до конца мы дойдем, то получится очень красивое ажурное сердечко. Сейчас мы с вами работу разворачиваем. Дальше выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И вот в следующую, вот не вот эту маленькую, а вот в эту маленькую привязываемся столбиком без накида, вот в эту арочку. Выполнили. Теперь что мы будем делать? Теперь мы с вами должны сделать обвязочку. Поэтому все вот эти соединительные петли, которые мы с вами, да, вот здесь проходили, это все уйдет, все скроется вот как раз этой обвязкой. Для этого мы что с вами делаем? Мы с вами выполняем одну воздушную петлю провязали и столбиком без накида вот как бы вот сюда, под эту вот, под этот столбик провязываем столбик без накида. Понимаете, да? Выполнили. А дальше мы с вами делаем обвязочку, да, вот по всему вот этому. Вот сейчас будем сердечко все обвязывать. Вот под этот столбик мы выполнили столбик без накида. Теперь вот в эту арочку мы провязываем с вами 2 столбика без накида. Провязываем 1, 2. В следующую арочку вот сюда мы провязываем 1. Сюда один и сюда один. Столбик без накида. Столбик без накида провязали. И сюда тоже провязываем столбик без накида. Как я уже говорила, вот мы сейчас возвращаемся к этой вот, помните, мы соединительными петелечками спускались, то сейчас вот обвяжем и ничего видно не будет. Дальше в следующую мы провязываем 2 столбика без накида. Провязали. И вот эту вот, которая самая вот краевая арочка, мы сюда делаем 6 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, провязали. Дальше мы с вами провязываем 3 столбика без накида вот в следующую арочку. 1, 2, 3. Провязали. Дальше провязываем опять 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали. Дальше мы с вами провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Вот в предпоследнем мы с вами провязываем 3 столбика без накида. И обращаю внимание, вот в этот вот уголочек, да, который в самом низу нашего сердечка, мы провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь как бы в зеркальном отображении мы точно так же повторяем все вот эти вот петелечки. Итак, вот в следующем мы провязываем 3 столбика без накида, так как мы провязывали сюда, также мы провязываем и в обратном направлении. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Дальше провязываем 3 столбика без накида. Опять провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И вот в эту последнюю, как и здесь, только здесь у нас
будет провязываться 5 столбиков без накида. Провязываем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. И соединительной петлей мы присоединяемся вот таким образом. Все. И сейчас вот, обратите внимание, у нас первый уровень обвязки готов. Вот такой вот у нас получается сердечко, в сеточку, в клеточку, как хотите. Вот такой вот симпатичное сердечко получается. И дальше мы сейчас будем с вами продолжать делать обвязку. Дальше, девочки, мы с вами будем как бы заполнять вот это вот пространство, вот этот вот треугольничек, вот эту пустоту. То есть мы делаем второй ряд обвязки вот следующим образом. Делаем одну воздушную петлю, и мы будем с вами сейчас выполнять 2 столбика без накида с общей вершиной. Делаем следующим образом. Вытянули белый крючок, вытянули рабочую нить в одну петлю. В следующую петлю точно так же поступаем. Ввели крючок и вытянули рабочую петлю. На крючке образовалось 3, вот видите, петелечки. И мы общей ниточкой их вместе провязываем. Дальше поступаем точно так же. Вытягиваем в следующую петлю, ввели крючок, вытягиваем еще раз рабочую ниточку и провязываем их все 3 вместе. У нас вот это вот пространство заполнилось, видите, да, вот эта вот пустота. Дальше что мы делаем? Должно быть таких 3, то есть вот смотрю, 1, 2 и еще один раз так сделаем с вами. Раз, 2, 3. То есть мы 3 раза вот такие вот провязываем с вами 2 столбика без накида с общей вершины. 3 раза. 1, 2, 3. Вот, обратите внимание. Вот от этой вот до этой арочки. Итак, что мы делаем дальше? Дальше мы провязываем 2 столбика без накида. Будем провязывать вот так вот в каждой, вот в эти теперь уже петелечки. Не сюда, не в арочку, а вот в петелечки. Насквозь прокалываем и провязываем просто 2 столбика без накида. Теперь, чтобы у нас вот эти изгибы получились красиво, мы должны сделать, на вроде как, знаете, как увеличение. То есть мы должны провязать, будем с вами чередовать в одну петлю, провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Провязали. Дальше мы провязываем 1 столбик без накида. Дальше опять провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Опять столбик без накида в следующую. И опять в следующую провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Еще раз провязываем такой комплекс. 1 столбик без накида и 2 столбика без накида в одну петлю. Вот таким вот образом мы с вами обвязали вот этот вот овал, вот это закругление. А дальше мы будем с вами провязывать столбиками без накида в каждую петлю. Сейчас ниточку присоединю и продолжим. И дальше мы провязываем с вами в каждую петелечку. Вот обратите внимание, в каждую петелечку мы с вами провязываем столбик без накида. Десять раз. Дальше вспомним, мы сюда с вами в самый вот уголочек провязывали 5 столбиков без накида. Раз, два, три. То есть вот центральная, вот это вот самое, самый центр находим. И сюда мы провязываем 3 столбика без накида в одну вот эту центральную петелечку. 2, 3. Эти же 3 петелечки нам послужат как бы разворотом, чтобы нам красиво и ровно перейти вот на эту сторону. И дальше точно так же, как и здесь, мы провязываем с вами 10 петелечек, 10 столбиков без накида. 1, 2,
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, 10 мы с вами провязали. И точно так же, как и здесь, в зеркальном отражении мы все делаем, начинаем провязывать. Сюда мы в следующую провязываем 2 столбика без накида. Вот эту одну общее основание, вот это вот 2 провязали. Дальше идет у нас 1 столбик без накида. Дальше у нас опять идет 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше 1. Потом провязываем с вами опять 2 столбика без накида в одну. Дальше мы с вами провязываем опять 1 столбик без накида. И опять мы с вами провязываем 2 столбика без накида в одну. Еще провязываем мы с вами 1 столбик без накида. И соединительной петлей мы соединяем и заканчиваем этот ряд. Вот таким вот образом у нас получилось такое вот уже симпатичное сердечко. И сейчас мы с вами будем выполнять последний завершающий ряд обвязки. Смотрите, что мы делаем. Мы должны вот последний ряд с вами обвязки как выполняем. Мы спускаемся соединительными петлями вот сюда 2 раза. То есть мы сейчас вот находимся здесь, нам нужно вот перейти 1, 2, сделать 2 соединительные петли. И вот отсюда мы с вами уже начнем третий ряд обвязки. Итак, делаем соединительные вот эти петли. Один, два. То есть спустились в сам вот этот вот центр нашего сердечка. И дальше что мы с вами делаем? Делаем одну воздушную петлю подъема, выполнили. И дальше делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь смотрите, как мы выполняем эту обвязку. Вязочка будет такими как бы пупырышками. Вот сейчас мы вот этот пупырышек обвязываем. 3 воздушные петли сделали. И делаем следующим образом, делаем накид. И вот мы с вами в первую петелечку выполняем столбик с одним накидом. Все, провязали. И теперь мы должны его привязать вот к этой вот стороне. Раз, два, три, в третью петелечку. Две отсчитали, и в третью мы столбиком без накида привязываем вот этот вот первый обвязочку третьего ряда. И дальше делаем точно так же. Провязали одну воздушную петлю, делали 1, 2, 3, делаем накид. Потом мы с вами, смотрите, провязываем вот в этот вот столбик, захватываем обе стеночки, вытягиваем рабочую ниточку, провязываем сам накид, закрываем столбик с накидом и 1, 2, 3 в третью петлю точно так же столбиком без накида мы привязываем. Вот, обратите внимание, какие у нас получаются вот эти вот, да, красивые вот эти вот пупырышки. Так, дальше делаем по аналогии все точно то же самое. Одну провязали, 1, 2, 3. Дальше делаем накид и точно так же, обратите внимание, продеваем, да, вот сюда крючок, протягиваем ниточку рабочую, провязываем накид, закрываем столбик с накидом, отсчитываем 1, 2, 2 петли и в третью провязываем столбик с накид без накида, тем самым
привязывая вот этот вот узор к самому сердечку. И таким образом мы с вами, девочки, провязываем вот до самой вот этой нижней части нашего сердечка. Выполняем 1, 2, 3, делаем накид. Самое главное, не торопимся, делаем аккуратненько, накид провязываем, закрепляем столбик с накидом. 1, 2, считали, в третьем столбиком без накида привязали. 1, 2, 3, накид. Накид провязали, закрыли, 1, 2, в третьем. 1, 2, 3. Один, два, три. Здесь мы провязываем в самом конце через одну, не через две, а через одну. Вот таким образом мы с вами привязали. И сюда же, в эту же петлю, мы делаем пико. Провязываем 3 воздушные петли. 2, 3. Делаем пико. Пико мы с вами сформировали. Дальше делаем 3 воздушные петли. 2, 3. Точно так же мы с вами подхватываем вот эти вот две стеночки. А, накид забыла сделать, ой, девочки. Так, сделала накид. Также подхватываем, провязываем накид, закрыли и через одну пропускаем, вот здесь вот одну пропускаем, так же как и на противоположной стороне, вот таким вот образом привязываемся. И дальше мы провязываем также по аналогии, как и здесь. Давайте мы посмотрим. Вот должно остаться 2 петелечки. Да, значит, все делаем как и положено, все правильно. И точно так же мы, смотрите, как делаем. Также провязываем 3 петли, делаем накид. Точно так же мы с вами провязываем вот эти вот столбик с одним накидом. И соединительной петлей, отступая 2, отступая 2 петли вот сюда, вот где мы начинали с вами, делаем соединительную петлю. Ну, собственно говоря, все. Вытягиваем ниточку, обрезаем, и таким вот образом у нас с вами сердечко сформировано. Вот таким образом выглядит наше с вами сердечко. Таких сердечек можно навязать очень много. Из разных цветов. Я вам показала на то, что было под рукой. С изнаночки вот выглядит таким вот образом. Все чистенько и аккуратненько. Так как скоро праздник, вы можете каждому подарить, кто вам не безразличен, такой вот знак внимания. Всех с праздником и желаю вам творческих успехов. Все. И всем пока.